Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет именно ваш состав. Играем за составы наших дорогих подписчиков. И, конечно же, мы играем на нашем топовом аккаунте сотого уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они все сотого уровня, полностью прокачанные и платиновые. Да, ребят, кто хочет таких же персов, сотого уровня аккаунта, кучу баксов мутагена, подписочку Додзе навсегда, пишите нашему подписчику, конечно же, ссылочка на него будет в описании к этому видео, плюс ко всему, пишите, что от команды Detol, и вам будет бонус, количество бонусов, естественно, ограничено, так что ссылка в описании, успейте получить бонус, написать и прокачать свою игру, и играть так же, как и мы. Да, ребята, а мы отправляемся в Лигу Мастеров. Сейчас сразимся за состав от нашего подписчика. Кто этот первый счастливчик? Так, а это будет у нас Бигжан. Бигжан, тебе лайк и сердечко. Я поставил лайк и поделился, и про видео рассказал всем своим друзьям. И еще раз подписался. Ну, ничего себе. Так, круто, короче, круто. Мой состав. Кролик, ниндзя, конечно же. Торнадо, лидер, мастер. И крыса, еще и загадка. Но крыса у нас есть. Круто, круто. Да. В принципе, все понятно, кто. Да. Кролик-ниндзя и торнадо-лидер, это у нас, конечно же, Лео. Бигжанчик, тебе лайк и сердечко. Ребята, у кого лайк и сердечко есть на видосике, значит, вы попали в видео. Ищите свои составы, конечно же. Так, ну и пишите. Так, где у нас наш кролик? Лео взяли и остался, да, только у Саги. Отлично, отправляемся в бой, погнали. Да, ребята, так что вы все знаете, да? Чтобы попасть в видосик, нужно обязательно поделиться, лайк поставить, написать 3 персонажа столбик, либо 3 загадочки, и все, в видосик попадаете. Так что пишите быстрее лайки, ставьте, делитесь с друзьями, рассказывайте, и будете в видосике. Так, у нас сейчас Майки, давай его первого сейчас зафайтим, ну-ка быстренько, прям хорошую мощную атаку от Усаги Зайца. Давай, Усаги, максимально мощно, с размаху, вот эти красные ядерные глаза, 5000 сильный урон, хороший. Хорош, так, и ах смотри, ты. Он сразу же в ответ лечится, просто лечится. Негодяй. Вот так вот хотели запасть. Мощно... Не, подожди, давай двойную. Да, верно, раз, и два, больше у него хила нет, поэтому он на самом деле не так опасен. Конечно, уже подхилил всех здоровых, скажем так. Вот, поэтому да. Зря использовал себя только немножечко. Отсрочил. Сэсэ атаковал по Лео, и у Лео, кстати говоря, практически половину здоровья отняли. Мощно, еще и Бибоп ему отнял. А, Бибоп массовую вообще атаку сюда применил. Ничего себе дает, а у нас торнадо от Рафика. Это тоже сильная атака. И в ответочку ему прилетит от нашего сенсея, но на самом деле мощная была атака, прям... Повредил наших героев. Ну что, по Рафу, наверное? Двойную атаку, да? Погнали, по Рафу. Добьем раз, его? Сейчас мы его добьем. Вот, шикарно. Обожаю, когда две атаки прям впрок идут. Бибопа, наверное, надо загасить. Давай. Раз. Вот этого толстого из фильма, да? Вот так вот. Так, мы умеем, ребята, мощно. Мощная атака от Лео сразу в ход идет. И... Я думаю, слава удара прям. Эх. Нет, 6700 чуть-чуть не хватило. Да, сенсей в ответочку на пониженные атаки нам ее понизили, блин. Да, понизил. Вот такой вот сенсей бывает. Не очень хороший. Ну-ка. 3000. Атака, хорош. Ну что, и... мощная? Давай попробуем. Мощная атака от нашего сенсей. Ух ты, хороший. 84. Причем была пониженная атака у него. Да, наш сенсей оказался сильнее. Ну, потому что он сотого уровня, ребята. Потому что спасибо нашему подписчику, красавчику. Так что пишите ему, качайте аккаунты. А мы погнали дальше. У нас здесь составчик от Мрамор Плей. Мрамор Плей. Заметьте, так, прошу. Я все сделал. Состав загадка. Отлично, ребята. Видите, все сделал. Правда что? Так, враг Сплинтера. Это, конечно же, у нас Шреддер. Шреддер, самый обычный, да, походил? Но я так понимаю, что да, самый классический. Наш он у нас посерединке сюда прокрался в середину. Вот он. Ой. Давай, вот оно. Так. Железную голову взял. Нормально. Повелитель крыс и животные в холодильнике. Повелитель крыс — это крысиный король. Кстати говоря, очень давно мы его не брали, не использовали практически. Животные в холодильнике есть. А повелитель крыс у нас. Интересно, где он вообще? Здесь, наверное, его нету.
Мне кажется, где-то в конце он должен быть, в начале 100% его не было. Да-да-да, сначала начнем, чтобы его не пропустить лишний раз, потому что, ребята, очень много персонажей. К сожалению, игра пока не обновляется, но вроде как слухи там ходят, что где-то когда-то должны обновить. Вот оно. И мы ждем. Ребят, напишите, кто ждет обновления. Вот, и не забывайте, чтобы в видосик попасть, надо поделиться, лайк поставить, написать три персонажа в столбик комментарий, либо три загадочки, мы будем разгадывать в следующем видосике. Смотри, у нас есть здесь майки слева, да, и давай, наверное, с него начинать прям хорошую атаку от Шредера полет шмеля. Давай, как раз, чтобы вот так вот раз, и не было танцев у нас, и повышения атаки. Не нужно нам это. Так, еще один майки не видим. Ванюстеранка теперь нужно атаковать, ну-ка. Давай, тогда вот замороженным. Пешком, да? Да, хорош. Мороженка. Мороженка кидаем. Мороженка вот прилетела, и... Ух, 3300. Неплохо, неплохо. Так, а что у нас здесь интересного? Крыс мы не можем пустить. У него, по-моему, одна только массовая атака, а другие атаки обычные. Ну, давай. Телекинез. Бам, 7000. Ничего себе, вот это дамаг. Вот это мощно было. Не использовали, а он оказался хорош. Да, ребята, мощный крысиный такой у нас король. И что так, у нас здесь? Роксли здесь прям рвется в бой. На всех парах несется в кошечку и промахивается. Да, сложно, сильно, мощно. Ну-ка, давайте попробуем просто атаковать. И что у нас здесь? 2700, хорошо. 2750. Так, что у нас здесь? Скорость атаки, да? Да. Может, увеличим? Давай можно, увеличим. Да, можно повысить, почему бы и нет. Я думаю, вряд ли кошечка нанесет такой супер большой дамаг Рокстеди, поэтому увеличение атаки нам... Но ускорит своих союзников и тем самым поможет очень сильно. Да, приказывает крысам напасть на своего врага, пожалуйста. Ну-ка, большая крыса. Большую крысу бросает, да, 6300, ничего себе. Очень хорошо. Монстр у нас, крысиный король какой-то, я не знаю, мы что-то раньше давно уже не использовали, а он бьет так бьет от души. Да, уже две атаки, очень успешные и прям хорошо атакуют. Мощный, мощный персонаж. Так, и что у нас здесь? Защита здесь. Вот, как раз повышенная атака. Поехали. Давай. Раз и два. И 2900. Очень хорошо. Неплохо. Кошечка наконец-то атакует, поцарапает. 1800. Ну, этого и следовало ожидать от нее. Да, тоже 2800. Отлично. И здесь у нас защита, ребята. Защита. И бам, защиты нет. Да, можно было бы клан футовцев использовать, но да, это было бы... Крыс используем. У нас же много крысятичек есть. Вот они бегут и бам, 4500. Как-то я ожидал больше. Вот, я тоже думал, что прям вот эта атака он сейчас десятку выбьет точно. Так, и кланфутовцы летят у нас, ребята, летят и победят, конечно же. Отлично, отлично, палочка провалилась прямо сквозь решетку. Идеальная победа, а мы отправляемся дальше. Кто у нас здесь будет такой счастливчик, молодец, кто написал? А это Олеся Петрова. Отлично. Олеся, тебе большой привет от команды Toll и лайк, конечно, сердечко. Так, пожалуйста, можно видео? Конечно, мой состав загадочка. Рептилия в снаряжении. Рептилия? А, но это нейтрализатор. Угу, точно, это он. Это ж он, ребята. Лучшая подруга черепашек Эйприл. Правильно? Так, супер. И космический любитель пиццы. Майки О, Космос. О, Майки Космос. Хороший состав. Очень да, хороший. Необычность, то самое главное, потому что все вот любят одних и тех же брать. Ребят, пробуем, пробуем. Вот Эйприл, кстати говоря. Так, Эйприл вот есть. Нейтрализатор. Нейтрализатор. И космический. Где у нас космолюбитель пиццы? Мне кажется, мы его пролистали, он где-то в начале должен быть. Вполне возможно, вполне возможно. Сейчас мы его посмотрим. Откопаем его. Вот, вот он. Отлично, идем в бой. Ребят, не забывайте, чтобы в видосик попасть, нужно обязательно поделиться этим видео, поставить лайк и написать три персонажа столбик в комментариях, либо три загадочки, мы будем их разгадывать. Так, давай Голуби Пита, мы с него начинаем именно, и хорошую прям такую атаку, вот последнюю можно использовать. Да, здесь у нас 180% Голуби Пит, сейчас у нас улетит в далекие края. Голуби Пит улетит, очень хорошо. Да, прям супер. 5300. Ну, чуть-чуть не улетел. 300. И Эйприл его добьет просто, да и все. Да, вот так вот ногой. Так, а что у нас здесь адское ядерное? Мощно, такое, чтобы... последняя атака вот эта вот. Да. Рукой он своей достанет. Ух, 8000. Опа, телепорт. 8000, очень хорошо. Ядро, ребята, ядро прямо из измерения X летит и 3500. Мощно, кстати, тоже для 80 уровня. Так, Бакстер Стокман выстреливает в нашего нейтрализатора, но не особо успешно. Да, промахивается. Вот так и минус один хелс всего лишь. А мы добиваем просто Донни, и он защиту свою не повесит нам. Телекинез. Так, телекинез и гипнотизируем.
Да, гипнотизируем. Что у нас там мощные диски, кажется, были, да? Давай диски. Бау! Ну-ка, погнали. Все, постепенный урон. Достиг Хорошо. Его, настиг, ребята. И так, что здесь у нас? Крисбрасовская мощная. Вторая атака, да, вторая прям своего Слизничка. Друга. Слизничка да. выбрасывает. Но он это дикий, кекс, смотри, какой. Сюрпризом. Кекс, да. Кекс прям такой мощный кекс. 2800, ребята, 2800. Это сильно. И у Дуани нас... у нас массовую атаку посередине. А, нет, защиту или уклонение повышает, я уже не помню. Что-то он там так наповышал, что аж все слетело. Я согласен. Так. Так, еще одна хорошая атака. И нейтрализатор сейчас, наверное, добьет его. Нет, вообще 3200. Сопротивляется, ребята. Сопротивляется на максимум. Но вот Дуани здесь точно не повезло. Сейчас мы ему, во-первых, отправим с ноги неплохой удар. Во-вторых, он сейчас Отлично. Что-то там будет пытаться делать и мимо промахивается. А здесь у нас и есть... еще одна атака. О, и давай вот эту, да. Одного Криса Брэдфорда. Крис Брэдфордскую хотел? Ну, мне кажется, ну, это да, помощнее думал, будет, нет? Мне. Ну, смотри. Вполне возможно, да. 5800. Скорее всего, она мощнее именно. Очень крутая ракета. И еще вот эту можно ракетницу запустить. Смотри, у нее Бя. Такая космическая особенная. И это победа, конечно же. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео. И скоро с вами увидимся. С вами была команда Detol. До новых встреч, новых видео. Пока. Пока.